На телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ленинский городской округ принимает всероссийские соревнования «Школа безопасности». Проект «Школа безопасности» интересен тем, что помимо их теоретических знаний, ребята получают практические навыки. В Казани завершился финал Кубка России по плаванию, где видновские спортсмены завоевали несколько медалей высшей пробы. Достойный результат, и идем дальше, работаем дальше. Зебры и зайцы. В целях профилактики безопасности на дорогах сотрудники ГИБДД провели необычную акцию. Если с родителями, как мы переходим дорогу? На какой свет? На зеленый. На базе учебного полигона МЧС, который расположен в деревне Опаренки, стартовали 17-е всероссийские соревнования, которые носят название «Школа безопасности». 200 участников из 8 федеральных округов России покажут свои умения в различных дисциплинах. Среди них пожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы, маршрут выживания и многие другие. Никаких гостиниц и привычных удобств. Участники всероссийских соревнований «Школы безопасности» 10 дней будут жить в полевых условиях. Впрочем, им не привыкать. Областные соревнования начинаются в мае. То есть, представляете, на майске бывает снег идет, бывает дождь у нас, погода разная бывает. Поэтому вот тут очень комфортно проживать. Опять же, кормят столовой. В 17-й раз проводятся соревнования, в ходе них ребята в возрасте от 11 до 17 лет будут демонстрировать теоретическую и практическую подготовку в рамках школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В том году мы были победителями в младшей группе всероссийских соревнований. Вот, в этом году конкуренция более серьезная, то есть в том году были более слабые команды. Сейчас уже посмотрели даже где-то вот на пожарной эстафете, то есть ребята более сильные. Торжественным маршем проходит команда участников перед трибунами с гостями. С приветственным словом к ребятам и их наставникам обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В идеологии школы безопасности заложено два тезиса. Это сделать все, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. Ну и уж если она случилась, то постараться поскорее ликвидировать и минимизировать последствия. Я желаю всем участникам проявить свои лучшие умения и навыки. Немного удачи и пусть победит сильнейший. Соревнования проходят в 3 этапа. Сначала ребята преодолели испытания на областных и окружных состязаниях. И теперь 200 человек из 8 федеральных округов поборются за звание лучших. Хотя организаторы уверены, в будущем году география участников станет еще шире. Я буквально как 2 дня вернулся с Херсонской области и увидел, что у ребят горят глаза. Дети готовы получить от нас информацию. К сожалению, по определенным причинам мы не могли пригласить к себе на соревнования Херсонскую, Запорожскую область. Но в следующем году, я думаю, они будут здесь. И общество готово, они готовы. Не случайно соревнования проходят на базе учебного центра МЧС. Здесь все приспособлено для того, чтобы ребята смогли участвовать в таких дисциплинах, как пожарная эстафета, поисково-спасательные работы или маршрут выживания. Проект «Школа безопасности» интересен тем, что помимо каких-то теоретических знаний, ребята получают практические навыки, которых, к сожалению, нет в школах, нет в образовательных организациях. И здесь у них есть возможность проявить себя, найти единомышленников. Ну и, наверное, я думаю, проект решает вопрос такой хорошей профориентации. Сразу после открытия первое испытание – комбинированная пожарная эстафета. Мастерство участников на каждой из дисциплин оценивает коллегия из 23 судей. Борьба на соревнованиях тут до последнего дня, непонятно, кто победит. Вот. Ситуация турнирная постоянно меняется, потому что из одних регионов дети лучше бегут пожарную эстафету, другие маршрут выживания, третьи поисково-спасательные работы. У кого-то с творчеством хорошо, и постоянно это все вот так вот меняется. Но не только силу и сноровку потребуется показать участникам, но и теоретические знания. Также ребят ждут творческие этапы соревнований, стенгазета и визитная карточка. Победителей узнаем через 10 дней. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Казани завершился финал Кубка России по плаванию. Двое воспитанников оздоровительного центра «Дельфин» Евгений Рылов и Иван Гирев стали золотыми призерами соревнований, а Виктория Таранникова вошла в число сильнейших брасисток. Подробнее о победителях расскажет Юлия Погосян. В финале Кубка России пловец Евгений Рылов повторил успех Олимпийских игр в Токио. Взял золото на дистанции 200 метров на спине, тем самым в очередной раз доказав, что видновским спортсменам нет равных.
связи с тем, что сейчас нашу страну не выпускают на международные соревнования, это было приближенное к странам СНГ. Да, то есть приехали лучшие спортсмены Беларуси, и наши спортсмены сборной России и всей страны мотивированы были и заинтересованы в этом старте как пик, как финал данного сезона. Поэтому это был итоговый главный чемпионат страны, и он был открытый, включая зарубежных спортсменов. Ежедневный труд, усердие, желание и мечта – вот главные составляющие победы. А еще вера. Ее у воспитанников оздоровительного центра «Дельфин» достаточно. В спортсменов верят и тренеры, и руководство. Всячески поддерживают и создают комфортные условия для тренировок. На Кубке России, который проходил в Казани, наивысший результат показал еще один подопечный «Дельфина» Иван Гирев, взяв золото на самой престижной, как ее еще называют, королевской дистанции 100 метров. Кролем. Реализовал цели, которые хотел поставить, ну, точнее, которые задумывал в начале этого года, с учетом того, что я проходил реабилитацию в прошлом году и, по сути, начинал практически с нуля, то сейчас это очень достойный результат, и идем дальше, работаем дальше. Помимо этого, в рамках Кубка 2023 года Иван Гирев взял золото в эстафете 4 по 200 и серебро в дистанции 200 метров вольным стилем. Проявила себя и юная спортсменка Виктория Таранникова, вошла в число сильнейших брасисток России. Я бы тоже хотела стать олимпийской чемпионкой, конечно же. Впереди у спортсменов череда соревнований. Ближайшие пройдут в Кемерове, где Московскую область представит Иван Гирев. Юлия Погосян, Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Как правило, летом увеличивается количество ДТП с участием детей и подростков. В целях профилактики безопасности на дорогах сотрудниками ГИБДД была проведена акция с привлечением зебр и зайцев. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами Подмосковья провели очередную акцию, направленную на пропаганду безопасности дорожного движения. Волонтеры пообщались с гражданами и напомнили им о важности соблюдения правил нахождения на проезжей части, использования средств индивидуальной мобильности и недопустимости употребления алкоголя за рулем. Профилактика всегда лучше, чем лечение, да, как говорят наши коллеги в белых халатах. Вот. Поэтому стараемся оказывать содействие практически на всех мероприятиях и профилактических, и информационного какого-то характера. Вот как, например, сегодня будем информировать наших земляков, граждан Ленинского городского округа, о безопасности на дороге как в качестве пассажира, как в качестве водителя, так и в качестве пешехода. Прохожим раздавали информационные листовки, а для привлечения внимания к рейду ребята использовали маски зебры, символа пешеходного перехода. Жители города с пониманием отнеслись к участникам акции и соглашались с важностью проведения подобных мероприятий. Подрастающему поколению необходимо знать правила дорожного движения, безусловно. Только так можно спокойно передвигаться по улице. Если с родителями, как мы переходим дорогу? На какой свет? На зеленый. На зеленый. А без родителей мы вообще дорогу не переходим. И, конечно, когда при нас пешеходы переходят на красный сигнал светофора, у мальчиков это вызывает шок и недоумение, как вообще это можно сделать. Почему это делают и дети, и взрослые, и это совершенно непонятно. Также на одном из оживленных перекрестков младшему поколению пешеходов напомнили о правилах перехода через дорогу. У нас пешеходный переход. Наверное, налево, наверное, да? Потому что, смотри, машина у нас ближе с левой стороны. Налево, направо. Правильно. Профилактическая работа на дорогах округа будет продолжена. Дмитрий Книга, Юлия Погосян, Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На днях в Коврове Владимирской области впервые прошел Кубок Содружества по мотоболу. Молодежная сборная России, игроки которой это спортсмены команды «Металлург-2», показали хорошие результаты и завоевали первое место. О том, насколько сложно ребятам далась эта победа, расскажет Юлия Погосян. На этих соревнованиях многое было впервые. Молодежка Видного первый раз играла на выезде. Кубок Содружества тоже премьерный. Переживали и организаторы, и спортсмены. Все постарались, чтобы для болельщиков поединки выглядели захватывающе. На неделю Ковров стал местом притяжения поклонников мотобола. Ковров богатый опыт имеет, во-первых, проведение чемпионата Европы. В 2018 году уже там чемпионат Европы был. По моему мнению, как представитель Федерации мотоспорта России, я думаю, по пятибалльной системе на пятерку они провели. В Кубке Содружества участие приняло 4 команды. Молодежные сборные России и Беларуси, а также составы из Ставропольского края «Колос-2» и Владимирской области «Мотодром-Арена». Уровень спортсмены показали весьма высокий.
играли, конечно, не жестко. Ну, грубость пресекали, конечно. Но, тем не менее, очень интересная игра. И думаю, что будущее за ними. Это самое главное, что есть дети, есть подрастающее поколение. К этому надо стремиться. Тренер молодежной сборной России по мотоболу Александр Сосницкий своими подопечными доволен. Говорит, готовились весь год. Тренажерный зал, бассейн, тренировки на мотоциклах – все как у взрослых. Именно такой подход и дал результат. Маленько я, можно сказать, переживал. То есть я до конца я не верил, что мы займем первое место. В душе хотелось, ну, какое-то волнение было. Ну, ребята доказали, молодцы. В финале видновская молодежь встретилась со сборной Белоруссии, обыграв ее со счетом 2-0. Это были ответственные соревнования, мы к этому морально тоже готовились. Это же не просто только физические соревнования, но и моральные. Вот, и, ну, мандраж тоже у всех, я думаю, был. Все-таки международный уровень. Но, видите, все-таки смогли выиграть. Очень рад, как бы. Просто еще впереди у нас первенство России юношеское, поэтому, ну, не расслабляемся, тренируемся дальше. Показывает там результат. Эксперты уверены, соревнования прошли на высоком уровне, и теперь организаторы намерены сделать их ежегодными. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.